Всем еще раз доброго времени, дорогие друзья. Это очередной видеокомментарий о нашем пробном месте под названием Next Lab. Здравствуйте, я хотел бы поинтересоваться у вас изначально, как вас зовут? Айрат. Также следующий вопрос, конечно, стандартный. Как вам вот это вот место, вот это вот закрытое пати, на которое вас пригласили? Как вам обстановка, атмосфера и как вам люди? Скажу сразу, атмосфера полного драйва здесь так необычно. И, по-моему, если не ошибаюсь, это первое в Казахстане такое место. Здесь все просто очень здорово, начиная от интерьера, заканчивая персоналом. Вообще здесь все супер. Если я все правильно понял, мы пришли сюда с другами, с друзьями, простите, целенаправленно поиграть в такую игру, как FIFA. Но, тем не менее, я думаю, что также не оставили без внимания такие вот остальные виды игр, как Kinect, возможно, даже Move. Расскажите, что, во что вы уже играли, что вам понравилось? Играли мы, как вы правильно сказали, в FIFA, поклонники этой игры. Ну и также мы уже поиграли в Kinect, попробовали эту довольно такую интересную, занимательную игру. Дело в том, что играешь и чувствуешь себя полностью в процессе игры благодаря этому. И остальные там стрелялки хотим тоже сейчас попробовать, посмотреть, какие еще игры. Понятно. Ну, вот еще, наверное, контрольный вопрос. Слышали ли вы вообще, то есть о том, насколько большие амбиции у проекта? То есть знаете ли вы, что это только лишь начало, знаете ли вы, что это только лишь первый этап развития? Да, ну, девушка показала вводную такую небольшую экскурсию, сказала, что планируется 4 зала, в Киеве, Алматы, Астана. В Киеве? Хорошие новости, черт побери. Ну и, наверное, контрольный вопрос. Придете ли вы сюда, когда все официально откроется? Конечно. Все. Спасибо большое. Спасибо. Ждем вас.